Так, друзья мои, представляюсь. Сегодня я впервые работаю оператором. Уже известный вас садовод Железов Валерий Константинович. Вот, и мы с вами находимся на одном из дачных участков, обычный, стандартный, в районе, недалеко от поселка Шушинское. Так, цель этих съемок простая. И заключается в том, что Шушинский район мой самый любимый, так как в Шушинском районе мне удалось вырастить сад, который относится к мировым стандартам. Но все время получается так, что, как бы это сказать помягче, в общем, много недругов, и они говорят так, вот за пределами вашего сада ничего расти не будет. Но моих уже деревьев по округе растет 1000, есть и в Шушинске. Но мной была поставлена новая задача. Выбрать в Шушинске один из дачных участков, одного из моих хороших знакомых, своими руками посадить сад. Питомник я уже передал сыну, Железову Сергею Валерьевичу. Поэтому он будет соучастником этого мероприятия. Вот. Сразу скажу, что то, что вы видите, посажено моими руками. Это случилось весной прошлого года. Это были сертифицированные косточки абрикоса маньчжурского гибридного. Какие у них будут плоды? Ну, надеюсь, такие, какие вы увидите сейчас, в эти секунды. Специально я их представляю в виде фотографий, выращенных в моем саду. Здесь еще ждать примерно 2-3 года. Первое плодоношение. Иногда получается на третий год, иногда на четвертый. Вот я сейчас посмотрел самый рослый саженец. Нет, цветочных почек нет. У меня есть один мировой рекордсмен. Заложил на второй год цветочные почки. Но это исключение из правил. Вот здесь, так как второй год жизни кончается у него, но у самых таких мощных рослых саженцев есть шанс, что цветущая почка появится на второй, на третий, четвертый год, раз на второй не появились. Но это чаще всего на четвертый, пятый, шестой. Значит, первое, что я для своих друзей сделал, это не разочаровал их. В чем это выражается? Вот перед вами полуторагодовалые маньчжурские абрикосы. Вот, уникальный морозостойкости материал. Я надеюсь, что я своих друзей порадую. Теперь идем на дальний план. Вот это вот уже, последние 2 года палец о палец не ударил, пальцем не пошевелил. То, что вы видите, выращено моим сыном Железовым Сергеем Валерьевичем. Вот, и попробуйте их сравнить с рыночной. Так хочется применить несколько матерных слов по-научному и идиоматических выражений. Ну, еще что-нибудь посмотрим. Весной прошлого года не только вот я посадил своими руками вот эти вот косточки абрикоса. Кстати, можно приглядеться. Вот это идет уже заращивание. Но это хаотичное заращивание любой травой. Лишь бы только прикрыть приствольный круг. Так решили хозяева. А показать я вам хотел другое. Я хотел показать вот это вот, видите, гряда. Это гряда. Это посажено все. Вот они приподняты. Почему это сделано? Сейчас я вам объясню. Значит, я, когда мы ехали в Шушинское, ну, знаете, там есть у нас место, где мы обычно собираем опята, березовый лес. Я сделал в этом березовом лесу несколько фотографий. Может быть, на обратном пути заедем, а может, уже нет, если устанем. Но эти фотографии сейчас вот вам демонстрирую. Почему? Есть такое свойство, такое понятие, как
Я не знаю, как получилось. Тысячи лет садоводству. В 19 веке получились уже печатные труды появились. Они стали не истиной, нет, догмами и руководством действия и не подлежат ни обсуждению, ни критике. Это посадка в заглубление, так? А я вам показываю, дело в том, что я, нас двое, я и наш Господь Бог. Пока нас всего только двое. Только мы воюем, боремся за то, чтобы отучить миллионы садоводов от гибельной, смертельной посадки в заглубление. Вот. Это кошмар какой-то. Я столько раз уже говорил об этом, мне уже язык не поворачивается. Уже это мозоли, что посадка в заглубление, это отсутствие вентиляции, это сырость, это еще бордюрчики идиотские делают. Это все сделано для того, чтобы корневая шейка сгнила. И вот эти фотографии, да, я их вот только сделал буквально час назад. Вот, вот он березовый лет, везде приподнята земля. Как она приподнимается? Объясняю. Она приподнимается естественным путем. Семечко упало, корни пошли в землю, и корни начали увеличиться в размере. И они выдавливают землю куда? Во все стороны, а поддается куда? Только вверх. И получаются холмы естественно. Я всего лишь повторяю, вроде бы догадался, да, сам в свое время. Видя, как гниют шейки, я же не слепой, я их вижу десятки, сотни. Я побывал в стольких садах, я видел столько горя. Вот. А потом, когда пришел лес, я ахнул. Да я же ничего это нового-то не придумал. Вот же, на моей стороне Господь Бог, на моей стороне природа. Любуйтесь, ведь я обошел 100-200 этих березовых, этих сфотографировал несколько всего. Но, клянусь Богом, они все приподняты. Ну, почему этого никто не видит? И вот в прошлом году, видите, посмотрите, это у моих друзей, это, я не знаю, какая трава, красиво, да? Вот, очень плотная, хорошо защищает. Это не моя полевица, которую я пропагандирую. Ну, вот, ну, может быть, импортная, но странно, что не замерзла в Сибири. Вот, ей уже несколько лет. Но это так, я по ходу, по принципу, как хакас, что вижу, о том пою. Вот это посадки, да, которые мы с Сергеем Валерьевичем привезли саженцы весной прошлого года, также в этих горшочках. Горшки разрезали, к сожалению, к огромному. Тогда я не догадался провести видеосъемку. А теперь смотрите, вот они посадки на возвышении. Единственное, что хозяева, ну мы не следили за этим делом, за друзьями, они приствольные круги не зарастили. Вот, держат их еще черным паром. Ну, конечно, если будет бесснежная зима, это будет не подарок. Где еще наш саженец? А вот еще один. Так, он здесь прямо среди земляники растет. Как он выглядит? Неплохо, учитывая, что ему год было в питомнике и полтора года на новом месте. Тоже неплохо выглядит. Пойдем дальше смотреть. Вот, годимся мы на то, чтобы учить других Сергея Валерьевича. Ну, вот этот, может быть, он был двухлетний, не знаю, я что-то уж больно мощненький, но это тоже наш. Это наш красавец. Вот. Видите? Идем дальше, еще что из нашего. А вот посмотрите, груша наша. Здорово, да? Если ему от роду по 2,5 года, он еще и пересажен, а это, и сами знаете, стресс какой. Вот. Все цвели трое. Как? А, погодите, так вы проще. Так, цвели, Наталья, цвели. Наталья, вы все мне шепчете. Да. Вот вы в кадре. Да. Вот, я сказал, что все, вы наши все друзья. Все цвели в этом году. Все три. Вот все это три раз. Цвели. Два, три. Так, где плоды? А, вот не завязались. А, так вот, не обращайте на это внимания. Первый цвет, это пустоцвет, как правило. Деревья, они не дураки. Им нужно набираться сил. Цветение, это... Ну, что же делать? Мы же берем ветку-то со взрослого дерева, да? Плодоносящего. Что ж, прививаем на подвой, на мощный подвой. Вот. И что получаем? Раннее цветение. Но дерево спохватывается, ему расти надо. Для него это преждевременные роды. Поэтому у вас впереди, у них прекрасное будущее. Холмик есть, вот он, да? Вот. Ну, представляете, ему еще 2,5 года. Здорово. Да, уже цвели. Кстати, вот они, плодовые. Почки. Почки, плодовые веточки, вот они. Похвастаемся зрителям. Вот. Так.
Ну что еще показать? А тут был. А, у некогда хозяйки, она убежала. Так, вот единственное, видите, невидача, механическое повреждение. Даже, может быть, не знаю, уберу я, нет, это с окончательного фильма. Это механическое повреждение. Живучее. А от чего, Наталья, повреждение было? Трактором задели. Трактором? Понятно. Я к тому, это все, что... Если бы я не... Мне бы сказали, что ж ты такой маленький у тебя, у Железова. У вас у Железовых саженец. Вот это маленькая неудача. Ну и, кажется, из наших весенних все я показал. Что тут еще интересного есть? Ель какая красивая. На ней шишки, они уже пользуются спросом. Вот. Там мне прикупили новый участок. Сейчас вам покажу издаля. Вот он, Сергей Валерьевич. Когда-то он будет академиком. Вот. Ну, пока. Тяпка, грабли, тачка с навозом. Это его, это. Кстати, насчет навоза я оговорился. Перегной раз. Во-вторых, перегной. Одной машиной мы уже пользуемся 5 лет. И у нас, учитывая размер участка, считается, что ничем не удобрен. Так, ну и вот они, саженцы, привезенные нами из питомника. И сейчас мы плавно с вами переходим к чему. Мы с вами сейчас будем садить деревья так, как садим именно мы. Мне обидно, что когда на разных популярных сайтах с какой-то злобой встречаются такие эти самые письма. Всю жизнь сажали в ямки и будем садить. Вот так вот. Так, это я перелез через низкую ограду. Давайте посмотрим на такие саженцы. Вот, это однолетние. Это яблонька. Сразу вижу, что это яблоня богатырь. Вот, двухлетние груши. Знаете, какой это сорт? Это супер сорт. Это груша космическая. А почему мы их садим двухлетними? Однолетними было бы лучше. Беда в том, что это самое... Если бы не горшки, их опасно вообще было бы садить. Вот. Годом раньше не смогли их продать в однолетнем возрасте. Причина банальная. Очень банальная. 1000 рублей для... Дешевле было, жалко. 1000 рублей – неприемлемая цена для большинства сибиряков. Хотя по 3-5 тысяч продают в Москве и больше. И там же они умирают по принципу из 1000 ровно 1000. Так, ну а сейчас, друзья мои, мы с вами переходим к следующей операции. Значит, вот эта посадка называется по Железову. Нагребается холм. Вот. Почему холм? Потому что это бывшее картофельное поле. Земля здесь еще не слежалась, не сформировалась дерн, не сформировалась структура. Вот. Поэтому мы делаем холм самым простым способом. Вот таким вот. И дальше следующая операция будет уже посадка. А я вам еще напомню, чтобы до конца быть честным и правдивым, что я, если бы здесь был бы дерн, допустим, посадка на месте, где 5, 10, 100 лет или никогда не производилась пашка, то тогда мы бы с вами привезли землю со стороны, примерно так столько же количества, и высыпали поверх дерна, не трогая его. Дерн – это святое. Но в данный момент хозяева этого участка просто взяли и прикупили землю, которая уже обрабатывалась. Ничего страшного. Ничего страшного. Вот. Самый почему? В данный момент немножко перебью. Плотно утрамбовать землю. Вот-вот, кстати. Она может просесть и корни оголяться. Совершенно верно. Кстати, мы сейчас только помогали хозяевам, мы эти оголенные корни слегка присыпали, правильно? Вот. Сейчас мы будем с вами производить посадку, которую должны садить на всей территории России, потому что меня у Железова часто спрашивают, в вашем районе ваша технология годится, а кто с чего взяли, что она годится на Кубани.
Вот, что она годится для Волги, для Сахалина. Я вот что скажу, что касается посадки, она годится везде. Вот. Сейчас я еще раз показываю саженцы. В данном случае мы видим саженцы именно абрикосовые. Почему? Потому что вот здесь в ряд они будут посажены. Смотрим до начала расстояния. Вот землю. А это уже, наверное, перегной, да? Нет, это вот сюда, вот в ямку. А, ямку засыпать. Ее может, было бы много перегноя, можно было бы засыпать перегноем. Перегноем 8 нельзя, так вот, много сыпать. Вдоль ряда. Вот. И давайте смотреть. Шагами. Раз, два, три. Раз, два, три. Расстояние. Раз, два, три. Тоже по железу. Сергей Валерьевич от этого правила не отступает. Почему? Высокий урожай в нашем саду. Это один из секретов всему свету. Очень сильно зависит от того, сомкнутся кроны или нет. И вот когда кроны смыкаются, очень резко возрастает урожайность. Нетрудно догадаться, почему. Потому что самоопыление, это я 100 раз подчеркивал, деградация дерева, раз. И самоопыление, это еще и неполный урожай. Сейчас теорию говорить не буду, просто говорю про из практики. Сомкнулись кроны, урожай резко-резко возрастает. Продолжаю съемку. Я новоприобретенный оператор. Значит, Сергей Валерьевич снимает походную защиту саженцу. Вот. Ищет, знаете что? Ищет белое пятнышко. Сейчас мы его разведем. Это пятнышко играет в садоводстве, должно играть, к сожалению, играет. И каждого дерева огромную роль. Делают пока только в моем питомнике. Вот где большой палец у Сергея Валерьевича, у самой земли. Вот он показывает другим пальцем. Вот это белое пятнышко. Вот. Сейчас он его поставит. Так, чтобы оно... Сергей Валерьевич, приподнимите саженец, корни полюбуемся сразу. Итак, хотя саженец однолетний, в горшки не влазит, они полностью... Есть некое повреждение, пусть формальное, пусть кто-то скажет, да корни все целые. Мы считаем, что корни целые на 80%. Но, Сергей Валерьевич, вы не обращайте на внимание, работайте, я буду комментировать. Дело в том, что вы видите, саженец прекрасный. Он за один год такой вырастает. Почему? Потому что это его особенность. Потом лучше вернемся к сеянцам, я ее объясню. А пока обратите внимание, что примерно 40% кроны отрезано. Так, почему? Сейчас дальше продолжается повреждение корней. Им было хорошо, им было комфортно в горшке, но наступил ответственный момент. Пересадка, которая сродни нашим этим самым операциям, которые нам делают на операционном столе. Страшная пересадка. Сейчас задача сохранить максимально ком земли, и чтобы большая часть корней была все же там, в земле, не тронута. Вот, очень ответственный момент. От него зависит, как саженец перезимует. Повторяю, сегодня 20-е, да? Угу. Сегодня 20 сентября. До зимы остался месяц. Значит так, следующая операция, вот он готов. Сергеевич, вы помните, где юг? Да. Помнит. Потому что там у нас находится солнце в зените. В 12 часов там у нас Шушенская ГЭС. Вот, значит, размер корней. Никаких огромных ям. Тупых, бессмысленных и вредных. Ну, сам процесс посадки занимает еще несколько минут. Это если отказаться от той самой ямы, общепринятой, метр в ширину, метр в глубину, метр в длину. Вот,
размеры чаще всего такие указывают. Но даже если указывают 80 на 80, все равно это каторжная работа. Потому что потом надо чем-то заполнять. И вот я вам сейчас скажу очень важную вещь, друзья мои. Дело в том, что существует общепринятый состав для заполнения огромной ямы. Вот сейчас вы будете шокированы, когда я скажу, что этот состав приближает смерть деревьев по срокам несколько раз. Дело в том, что любое дерево пересаженное, даже вот то, что сейчас садит Сергей, вы видели торчащие корни, они практически не поврежденные, но ведь его же еще выдирали из земли, из питомники, поэтому там хоть мельчайшее, но повреждения корешков, вот тех тонких волосков, все-таки имеются. Так вот, я начинаю в таких случаях издалека. Представим себе, что это вы делаете яму для двух целей. Ведь, наверное, искалеченные корни надо, чтобы как можно быстрее зажили, да? И также нужно, чтобы ваши пальцы, если вы их повредили, допустим, попали они в мясорубку, в электрическую, еще куда-нибудь, избави Боже, но я вынужден привести этот пример, тоже кровоточат. И вот приготовлена яма. Кстати, мы с деревьями одной крови. Геномы наши практически одинаковы. Вот. И многие законы природы на нас действуют одинаково. И вот представим себе, что вот эта метровая яма заполняется, заполняется специальным составом. Для этого говорят, вот видите, земля. Это земля, супесь такой, ну, скажем, для Сибири нормально, но не чернозем. Не чернозем. Вот. Здесь гумус, понятие относительное, здесь больше глины с песком. Вот. Да, родит. Да, вот мы видим, что червей достаточно. Вот. Но, тем не менее, полагается в таких случаях эту землю куда-то убрать, а взамен найти чистый чернозем, стопроцентный гумус, и засыпать эту яму. Но не просто засыпать, а в перемешку с всем набором минеральных удобрений, вспоминайте, фосфорное, калийное, натриевое, азотное, вот, и так далее. И плюс еще, и где-то забывают, что навоз это все-таки навоз, вот, пишут навоз, но чаще пишут все-таки правильно перегной, забывают, что перегной бывает молодой, недопревший, бывает старый, уже полностью прекративший все процессы. Но торф предлагают туда засыпать. И вот когда эту смесь, она называется обогащенная, попадает все в одну яму, и туда попадают корни растений, прошу вашего внимания, друзья мои, они начинают гнить. Именно гнить. Вот. А почему я привел еще пример с сельскими руками, которые кровоточат? Что вы делаете, когда они кровоточат? Вы их дезинфицируете. Вот я сюда еще и фотографию прикладываю, где Сергей Валерьевич дезинфицирует с этого, как он, опрыскиватель, пульверизатор, как он называется, забыл. Вот. Раствор медного купороса 2%, так? Вот, это добавляю фотографию к нашей этой съемке. Вот. Положите руку на сердце, купили на рынке, все вы это делаете? Тишина в зале. Дальше. Значит, представим себе теперь, что у вас кровоточат пальцы. Что после этого идет? Дезинфекция. Ну, для деревьев я уже сказал. К примеру, медный купорос. Много еще примеров. Я акцент сегодня не на этом. Вот. А у человека, наверное, это йод, наверное, это марганцовка, наверное, это спиртовые растворы. Вот. У медиков много чего. Вот. И пальцы дезинфицируются, затем бинтуются. Вот. И вы не поняли, для чего я этот пример привел с сельскими пальцами? А вы их вылезьте, суньте в эту яму, которую приготовили, вот это вот. Я это называю гнилостная яма, гнилостная смесь, по-научному обогащенная. Вот. Вот туда суньте пальцы и вылезьте их. Что, кроме гангрены, можно ждать?
А теперь вы поняли, что ждет? Вот они, корни растения, да? Что их ждет в обогащенной яме? Отсюда вывод. Мы должны использовать абсолютно стерильную почву. Что такое по железу стерильная почва? Эта почва взята, она находится под дерном. В дерне гнилостные процессы продолжаются. Дерн – это образование гумуса. Чуть ниже, там находится чистая, давным-давно перепревшая. Я ее называю стерильная земля. Вот, видите, куда он ставил? Вот там стерильная земля. Вот. И та земля, которую вы видите в горшке, вот она. Вот, друзья мои, видите? Вот эта земля была привезена КамАЗом с тайги. Она была взята, не знаю, это самое, одно время даже запрещали это делать. С целины, под дерном. Там, в ней, давным-давно прекращены все гнилостные процессы. Вот. И там, вот на глубине, видите, тоже прекращены все гнилостные процессы. Еще раз показываю. Вот они, корешки. Вот. Как бы они ни казались целенькие. А теперь представьте себе, я вам показываю пальцы. У двухметровых саженцев с рынка. Вот, глядите мою руку, вот такие обрубки. Ничем не замазанные. Ничем. Волосков практически там нет. И вот это суют в гнилостную яму. А потом говорят, а он даже не проснулся. Это в половине случаев. Не пережил зиму, во второй половине случаев. Вот, поэтому мы не просто показываем механически Сергею Валерьевичу, как надо садить. Холмик, ямка маленькая, подожди, все. Мы вам говорим, избави вас, Боже, в эту ямку заложить хотя бы жменьку перегноя. Начинается гниение корней. Вот, вот это вот, как еще десятки моих советов, вы не встретите нигде, ни в периодической литературе, ни в учебниках для вузов. Вот. Нигде, никогда, к сожалению. А, наверное, мы вырастим сад, один на всю Сибирь такой, а может, ну, включая и север Европы, включая не Черноземье, Волгу, Москву, Питер. Мы имеем право отстаивать свое мнение только потому, что у нас это все подтверждается результатами.